отвечаю. Началась вольная жизнь. Никакой школы. Все, стоп. Никакой домашки, математики. Ну, конечно, два раза в год придется при киносессии попотеть. Но все остальное это время кайф. А еще это стипендия. Это же карманные деньги. Ну, конечно, полгода. А домашнее задание в школе – это ерунда по сравнению с институтом. Весна там задают. Читать, писать, учить, придумывать, конспектировать, репетировать, а еще сообщения и реферанты. И все это тебе придется делать ночью. Все остальное время ты на паре. А стипендию ты будешь видеть всего лишь пару секунд, пока снимаешь с карточки. Ребят, я уже полтора года уходил, полмесяца учусь. Никаких проблем не видел. Ну, хотя были проблемы со старостой. Не посещал. Здесь хором поют, на пары спешат. Здесь учебу любят. Факультету исполняется 25 лет, а институту уже 75.